Singer SE20 Black. Вот так он выглядит в запакованном виде. Все достаточно сделано компактно, как вы видите. Сейчас более детально на примере. Свингер выполнен в черном виде, черный металл. Клипса здесь Line Gate система. Это такая душечка, которая закрывает леску и удерживает ее. Проводочек, который подсоединяется к сигнализатору, мини-джек, штекер. Светится она белым светодиодом при поклевке, когда срабатывает, да. Существует грузик, но это опять-таки стандартная комплектация, груз, который позволяет вам регулировать натяжение лески в зависимости от условий лова, от погодных условий, да, то есть если необходимо большее натяжение, большая чувствительность, вы можете самостоятельно отрегулировать, ну и также как меньшую сторону, да. Отличительные черты этой модели, да, опять-таки это усиленный механизм, который держит леску в сравнении с предыдущими моделями. Также это стильный черный цвет, ну это опять-таки для любителей эстетики в карповых снастях. Очень достаточно надежное крепление, тоже стоит отметить, крепление к бусбару, либо на ротпод. Оно также усилено, и вы можете увидеть, что достаточно плотное соединение здесь. Вот, опять-таки, это отличительная черта, да. Есть несколько режимов, которые позволяют настроить под стиль вашей ловли. Ссылочка на товар и на цену будет в описании этого ролика, поэтому заходите, знакомьтесь с этим товаром. Если вам понравилось, пожалуйста, приобретайте. Будем рады видеть в качестве вас в качестве наших клиентов.